И мы возвращаемся к событиям на Украине. А в Киеве сегодня снова стучат касками шахтеры. Теперь к украинским новостям. В Киеве больше 3000 шахтеров пикетируют. Украинские шахтеры выполнили свое обещание устроить бессрочную акцию протеста в центре Киева. В Киеве массовая забастовка шахтеров. Сотни людей прорвали милицейский кордон. Горняков, не получающих несколько месяцев зарплату. Погасить долги по зарплате. Выплатить долги по зарплате. И выплаты долгов по зарплате. Обря перестали выдавать зарплату. Не скажите, вы шахтер? Да. А какое предприятие бастует? Я не знаю, какое бастует. Я с Павлоград-Угля. Павлоград-Уголь пока не бастует, но здесь съехались со всех шахт представители. Не про Петровскую область? Нет. Всей Украины? Всей Украины. Представители со всех шахт. Тут государственных или частных? И всех. Мы Павлоград-Уголь, мы частная. Ну, а какая у вас претензия? Я не могу понять. Ну, не выплата зарплат, я понимаю, да? Это не у нас. У нас зарплату платят. Вы шахтер? Шахтер? Да. Какая шахта? Почему я вам должен говорить, какая шахта? Ну что, это секрет разве? Да. Почему? Мне непонятно одно. Что? Частное предприятие ДТЭК должно выплачивать вам зарплату. Да. У него перед вами долг. А Ренат сказал идти пикетировать Раду, государство, а предприятие частное. Вот, непонятно, дилемма. Торчит. Кому? Ренату? Да. Проплаченный митинг спускается от Верховной Рады. Нам троим. Какой завтра? Он в моей пятерке. Какая? Третий. Ну разве он был в вашей пятерке? Он в моей пятерке стоял. Он в моей пятерке. Вот, вот, раз. Они вдвоем, и я сам. Четвертая пятерка. Смирнова. Малому вычеркиваю. Выкидывай. Да. Давай, дам тебе на одного. На двоих. На одного. На двоих. На одного, вон еще на одного. 8 человек. Блядь, я тебе привезу вечером. Хорошо, бесплатно давай на одного. Бесплатно сейчас наведу в метро, блядь. 13. Сейчас не заведешь, потому что ты отрушишь. Где он там на 8 человек? Давай писки. 8 человек. Писки там. 13. Житковец. Один, да, Юрий? Да, да. 100 гривен я отвечаю. Напиши ли на кому-то. Ёлки, Слава. 100 гривен. Это вот этот список, да, Али? Да, да. Это его. Вот это две, да? Я пятерка ваша. Я его не надо. Все, вот сюда пиши 100 гривен дал. Я вот написал. Все, все, пожалуйста. Eric Hartman TV.